Друзья, 11 июня 2023 год, рыбалка «Зеленый берег». Вот посмотрите, у нас улов у Василия. 20 хвостов карпа, 20 карпов. На что ловили и как проходила ваша рыбалка? Ну, в основном клев был по второй половине дня, наверное, часов так с двух дня. Но все поклевки были только на бутерброд. Опары с кукурузой, червь с кукурузой. Все, конечно, со дна, и поклевки очень осторожные, все приподнимает, медленно вверх, и на этом потекаешь. Все на этом. Вот, друзья, 20 хвостов карпа. Еще раз улов, весь чистый, большая часть зеркальная. Увидимся на водоеме, до новых встреч, всем пока-пока.